тебя послушать, блин, типа. На то и как бы, и, грубо говоря, старший товарищ по оружию. Ну вот и цели, за работу! Ну, меня бесит то, что вот он раз, а рука вообще с трудом поднимается. Кто поднимается? Ну, а рука. Да. Может, плохо по итогу. Может. Крупнокалиберные патроны. Так, нам чуть-чуть осталось денег. Чисто джиджинук набрал больше всех бабок. Просто ограбил. Ограбил, Вердан. Все, пошли покупать. По кому стрельба? Не знаю. В сторону красной точки. Вон он, видишь, светится. А вот есть черепах, не очень? Продавец, закупаться будем? Я про него и говорю. А, я просто подумал. А красная точка что означает? Да, зомби это. Почему на Егора красная точка не спустилась? Не знаю. Мобы и зомби это разные, я понял сам. Это прям сейчас, чувак. Давай, скидывай бабки. Бабки скидывай. Возьмите на бэпку, парни. Посылка с комплектом уже в пути. Давай, скидывай. Начинаю разведку. ППЛА входит в район операции. А, мне отсюда не взять. Не-не-не, тут можно просто стоя, короче. Безопасные зоны смещаются. Двое. Наверное, тоже контракт сейчас возьмутся. Да. Внимание, у ППЛА топливо на исходе. Иду на базу на дозаправку. Слышь, черепаха, можно начать потихонечку читать игру эту? Читать? А, кстати, парни, возьмите. Кто-нибудь, возьмите с собой. А что тут вертолет? А, да, комплект, парни, комплект вызвали. Я видел, упал. А, просто на крышу залезть пораньше с ней. А ты туда можешь залезть, где ты бежишь? Мы в безопасной зоне, да. Остерегайтесь врагов. О! Контакт! Я под обстрелом! Эту шумовую! Так, так осветил! Продолжаем. Готов. Все. Хорош. Это последний раз его? Точечный удар, ну не знаю. Нет. Ну я одного, я как да бы вот одного... Да вот слева один еще, слева он бежит. Тихо. Все, дайте. Ну эти вообще нубики были. Сейчас ящик скину. Сейчас. У меня авиалдар, кстати, есть, если... Все маленькие броки, а мы уже почти взяли. Все изи. Изи бизи, лямон сквизи. Так, на, куда-то. О, я пошел. Дай мне денег, бэпку купим. Давай, сейчас, а ты где?
Пойдем отсюда, тут нечего делать. А, я упал в дыру. Ладно, ладно, черепаха. Но фанта скорее. Заберите тактическую гранату. Заберите тактическую гранату. Запрашиваю разведку района. Опа, она подходит. ПБЛА входит в район операции. Вот это реально вовремя. Погнали на крышу. Так, пойдем. Один к нему подходит, туда же идет. На крыше есть уже, на крыше есть. Насрать на него. Двое на крыше. Пойдем, пойдем, пойдем. Трое, пойдем. Может, они... Аня туда пошли? Тихо, 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 тихо. Внимание, у БПЛА топливо на исходе. Иду на базу, надо заправить. Убил. На кнопку почти. Вот второй. Они меня засекли. Тяжелая. Граната пошла. Еще один должен быть. Где еще один? Убежал, наверное, куда. У меня его даже нету на датчике. Нету, нету, да. У нас деревья есть. Смотрите, он уже, да. Мне кажется, он летел просто. Можно подлететь? Пойдем на эпоху, давай приземлимся. Да нафиг надо. Ну пойдем пешком, пошли, пошли. Да. Пойдем ты отсюда, меня бесит этот ТВХ, тут в каждом углу могут сидеть. А нам нравится ТВХ с Егором. Ну это возможно, потому что Егор учится на актера, не знаю. Не, я без шуток. На комментатора? Егор не, Егор же вообще в сериале снимался. Да? Ничего себе. Да, Егор, в какой ты сериале снимался? В Глухаре? На какой серии? Глухаре. Чувак. Пойдем. Там две посылки смотри. Упало. На комплект пошли, я говорю. Ты смотрел Климасовского? И пока. Вы пойдете или нет? Прям перед нами упал? Пацаны, ну вы че? По мне сзади палят! Тихо, 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 тихо! Откуда? Противники в том районе! Ну они лохи, они даже по мне не попали, хотя спину стреляют. Ну он сейчас на крышу полезет. Это их комплект по-любому. Не ходи, не ходи, зачем? Не пуши его. Сиди там. Сейчас на крышу залезет, я его нокну. Или он меня. Залез. Да, оба там. Двое, двое. На крыше, да. Не надо туда, чувак. Смотри, я сейчас их авиаударом. Я на себя авиаудар направил. Чувак, это тебя там залез? Чувак, это было идеально, идеально преступление. Где они? Они уже нас... отправился в ГУЛАГ. Там он будет сражаться со мной и вернулся в... Приближается газа. Я вернусь и стану еще сильнее. Где они есть? А, вон они прыгают. Куда? Да вон они на крыше. Скачут как скак. Тут москали? Тяжелое ранение! Я знаю, видел. Союзнику надрали задницу. Да. Он отправляется обратно на базу. Пойдем к посылке. Это их посылка. Пошли. Сейчас мы ее заберем. Ой, у нас бабла нет. Егора выкупить. Что за прикол? Тут одна посылка, все.
Они нас до сих пор там ждут. Ну высунься еще разок, братан. Высовывался, по-моему. Да тут хрен поймешь, блин. Так, надо бабла поднять. Не могут низом уйти, да и все. Пойдем на гору, слышишь? На какую? Да вот. Потому что будем перебегать. Нам потом засунут. Не хотелось бы, чтобы нам засунули. Че, где они есть-то? Вон они бегают. У нас в упоре на горе тут челик. Следуйте в отмеченный пункт. Можно к ним подойти. Их вроде тоже двое. Внимание, ваши координаты да, отслеживает вражеская команда. Вон он, до сих пор там нас выцеливает, прикинь. Так это мне кажется, что они взяли. Вон бегут тихо в упоре. Контакт. Правее, правее есть. Да, вижу. Агент противника. Над нами вражеский ППЛА. Под обстрелом! Дальше он мне... Да, вот-вот, перед носом. Это за нами приехали. А, еще ГУЛАГ. Найс джаааа! Ты попал в ГУЛАГ. Сражайся за право вернуться на поле боя. Тебе надо дождаться своей очереди, дружище. Начало! Скоро твоя очередь, готово! Вашему союзнику конец, он возвращается на базу. Найс-джаб! Вся команда убита, остались только вы. Доведите дело до конца. Слушай как следует. Если кулаки. Ты победишь здесь, то вернешься на поле боя. Но если проиграешь, разберись с противником или захвати цель. Гений. Прям на грудь чисто, прилепил. Он чисто черепахился. Просто камшотнул, да? Да, так нет, он, я ему на него прилепил просто. А я так и понял, что ты мне прилепил. Может, комплект заберешь? Обнаружен вертолет. А где он? Там зона уже идет. Понял. Иду забирать. Вертолет тебя обратно пытал, попал. Не, не успеть уже. О, ты не слушаешь? Цель номер один. Вот это тебе черепашка, не знаю. Цель номер один. Вот это. Черепаха, он прям любит быть именно целью номер один. Меня учили. Ты не взял. Меня учили. Ты не взял. Она не сади, не берет. Да. Ну, после того, как ты пытался подобрать цель номер один, я думаю, что шансов у нашей команды на выживание примерно ноль. Вот. О, да. Смотрите, вот сейчас выстрел с РПГ. А
А сюда нельзя залезть? Не. Че, реально? Нет. Так погоди, мы тут можем вообще, ну, типа, сидеть всю карту, да? Пока зона нет. А если зона здесь будет, это же гениально. Ну да, но ты можешь спрятаться. Не, чувак, ты прям спокойно можешь спрятаться, смотри, тебя никто не убьет, блин. Охереть. Блин, Черепашкин гений. Пацаны стоят, просто усираются, там стреляют куда-то. Ну они да, там. Не, ну если они мне закинут сюда какой-нибудь. Авиаудар, чувак, тебя убьет авиаудар. А я улечу. Так ты можешь не успеть узнать то, что он будет. Ну ты Зейн, конечно. Авиаудар противника, в укрытие! Авиаудар. Черепаха байтер реальный. А какие они сами себя нокнули теперь? Не. Это было бы вообще попало. Я за пилота. Goodbye, my love. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been one for me. My, my love. My friend. Черепаха, еще минуту. Нормально. Придумывать всякие лайфхаки и приколюки. Черепаха это чисто вот чувак, который пишет, пилит контент для группы. Типичные лайфхаки в Warzone. Или вот я люблю Warzone. Сейчас прострелю голову кого-нибудь. А так можно? Да нет. Нет, пулики с ЦМО простреливают. То есть ты ставишь ЦМО на пулемет. Пацаны просто взяли авик, потратили, да, прикинь? Вот, трассера летает. Это не твой вертолет, мне кажется, сейчас пытается загасить. Знаешь, что бы я сделал с тобой? Вот как бы я поступил. Я бы на тебя жалобу вкинул. Куда падать-то? Не кидает? Сейчас кинет в конце. Давай ко мне вместе посидим. Да, нас расстреляют на. А, да, вас расстреляют. Где комплект черепана? Почему не это? Ты сколько он появился? Через минут 30 только? Следуйте в отмеченный путь. Черепаха, а может ты нас подберешь? Мы же можем. Вон челики. Да, только вы можете промазать. Иду. И по мне стреляет жестко. Давай на крышу, попробуйте. Иду. Давай дамбу сначала посмотрю, есть там кто. Машина едет туда, машина едет. Короче, я пожарку смотрю, если там нет, есть на пожарке, есть. Да тут сейчас везде есть. Нету вроде. Откуда-то стреляют. С пожарки стреляют. Ну тут все лутано. Да падайте на синюю, на синюю падайте, на синюю. По мне откуда-то гасят, не понимаю. Следуйте в новую безопасную зону. Я двоих забрал. Да, вон третий идет. Осталось всего 25 игроков. Продолжайте. Все, команду убил. Тут пушки есть даже.
господи, какой же я гений. Пацаны, я вас забираю, улетаем отсюда. Меня учили на пилота. Комплект упал, пойдем. Так, у нас в ментовке люди 100% есть. Я буду пассажирами. Подбросьте меня. Здесь, кстати, пушки есть, можете взять. Границы безопасной зоны смещаются. Ну, здесь комплектные пушки вот здесь лежат. Алло, парни, вы меня слышите или нет? Будете брать? Да вот лежат перед носом, алло. Это мои, наверное. Я просто хотел купить комплект. Не купишь ты его, у тебя денег? Да не, не комплект, а это БПЛА. Так что не купил-то? Так я ему кидаю бабки, говорю, а вы мне не слышите. Так, давай, спрыгнем. Аккуратно, там на пожарке люди есть. А, сейчас такой брать шпот бы, да, такой? Я упал вниз! А, ну так это, черепах, давай. Подожди. Давай, быстрей, давай. Быстрей, поднимай, 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 поднимай. Да я опять упал, да что такое-то? Блин, за черепаху, а что ты рубишь-то? Да я тупой. Газ рядом с вами, безопасная зона смещена. Ребята, есть комплект. Ну! Да он, да не прыгает! Окей. Да, вон, есть. Вон, да. Враг, вон врага там за топ что это нокнули. Вон они. Агент противника. Динку снял. Там кого-то нокнули. Парни, у меня два патрона на снопу. Да. На снопу? Да. У меня есть. Нет, нету. Так, у нас гора. Вон бегут. Контакт. Парни, вон, вон, нас сейчас будут чекать. Агент противника. Справа. Так, двоих забрал. Заберите того, у меня патронов нет. Где, 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 где? Да вон, ну я же дал до него, вот. Попал. Так, ну все, все, короче, у меня патронов нет. Ну что делать-то? Да мы в зоне, кстати. Нормально все. Осталось 12. Граната пошла. А ему ходить придется. У нас самая лучшая позиция, пацаны, мы не имеем права проиграть вообще эту карту. А у кого-нибудь есть броньки? А пусть. Кинул светошумовую. Это я добил. Вот сюда идет там, чекайте его. Он к нам, мне кажется, подниматься будет. Вы попали в десятку лучших, выдающийся! Газ перемещается. Стой, на 12. Все в безопасной зоне. Мы вообще, кстати, им к нам идти придется, наверное. А почему они не месятся? Их там осталось-то, пипец. Давайте подождем, пока они все перестреляют друг друга нахрен. Да насрать. Давай лети на лан. Возродили. Не, возродили. Где? Попал, синьку снял ему. Так, парни, он нам за спину залетает. В районе операции высаживается. Все. Да, того убил. Я еще одному тяжело дал. Три команды, 7 человек. Концентрация газа повышается. Следуйте в новую безопасную зону. Пойдем левее. Чуть-чуть. Подожди, не ходи рано. Они сейчас побегут, и мы их сверху. Давай заберем. Да. Безопасная зона далеко. Погнали. Осколочная пошла. Так, парни, не переполни.
А, меня нокнули. Пацаны, бегите, живите, живите. Типа. Вот они вышли. Подтверждаю, это противник. Концентрация газа повышается. Подтверждаю, это противник. Контакт. Идем в безопасную зону. Она еще далеко. Безопасные зоны смещаются. Куда пойдем? Мы выиграли. Я убил чувака. Так там было две команды, они с друг другом месились, и Эдик просто им помог. Не, ну знаете, что решающим было? Решающим было вертушка, где я троих забрал. Вообще я был самым крутым, когда на вышке посидел. Не, она у меня 16.45. А вот кто эти челы, видишь, которые в память, о, это те люди, которые это которые с нами играли, да, и они причем по порядку, кто последний сдох. Ну, кто последний, тот, ну, кто первый сдох, они последний, он с... Нормально. Подожди, не выводи нам, посмотри, что там. Фига, 30 тысяч опыта, 8 киллов. О, Егор вообще красавчик. Это он самый лучший вклад. Эдик, уходи оттуда. Егор, я принимаю.